В Азербайджане выявлено еще 359 случаев заражения коронавирусом, 263 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров. 8 пациентов с коронавирусом скончались. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 626 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число активных больных 8 779. В стране продолжается также процесс иммунизации населения. Общее число использованных доз вакцин в стране составляет 11 миллионов шестьсот семьдесят две тысячи девять.